Двустороннее движение запустили по дороге Ковалерово-Серафимовка в Приморье. Об этом доложили губернатору во время его рабочей поездки в Ковалеровский муниципальный округ. Олег Кожемяка подчеркнул, что работа филиалов Примавтодора по восточному побережью края будет усилена. Здесь мы усиливаем ваш филиал. Мы сейчас провели большую работу там непосредственно с директором филиала. Также мы добавляем новую технику, достаточно большое количество, с тем, чтобы работа филиала была усилена. И она могла реагировать на все погодные катаклизмы, которые идут и в летний период, и в зимний период. Это грейдера, это катки, это экскаваторы, вот, это КДМки, вот, то есть это самосвалы, бульдозера. Вот, все это придет, и часть уже техники начала поступать. Да, у нас, да, это правильно, Саша. Алексей Владимирович, часть пришла, часть будет поступать, поэтому думаю, что мы к лету здесь запас сформируем достаточно мощный, что даст возможность уже и реагировать, и позволять убирать. Также Олег Кожемяка посетил строительную площадку крытого ледового катка в Ковалерово. К 1 февраля монтаж несущих металлоконструкций будет полностью закончен. Далее специалисты приступят к монтажу ограждающих конструкций сэндвич-панелей. Поле есть, сэндвич-панели есть, инженерка вся есть? Вся есть. Пожарная? Да, да, с пожаркой вообще нет никаких проблем. Энергетика, отопление? Да, так точно. На сегодняшний день мы практически его заканчиваем. К 1 февраля монтаж металла, несущих металлоконструкций, будет полностью закончен. И с 1 февраля мы приступаем к монтажу ограждающих конструкций сэндвич-панелей. То есть сроки мы будем выдерживать точно такие же, как и по находке. То есть в августе месяце мы планируем полностью закончить объект. Когда мы контур закроем? Контур мы сформируем в марте месяце. То есть к летним, да, дождям у нас контур будет закрыт, и можно проводить все инженерные, внутренние работы. Именно так, да. Глава Приморья заявил, что крытый ледовый каток должен быть сдан к новому учебному году, то есть к 1 сентября. Посмотрели, как идет строительство ледовой арены. Все-таки наше Министерство строительства серьезным образом повлияло на подрядчиков, и работы сдвинулись. Ну и надеюсь, что он должен к 1 августу быть в строительной части сдан. То есть, и, в общем-то, для детей уже с 1 сентября будет хороший подарок.